Арина Колпакова учится в 3-м классе музыкальной школы, плюс год предварительной подготовки. Перед мастер-классом девочка много занималась. Композицию «Инфант Паганини» разучивала с начала сентября. На урок к Алексею Лундину пришла с мамой. Ребенок очень готовился, долго достаточно, но, как мне кажется, ей удается многое, что другим сложнее в музыке. Достаточно быстро, хорошая память, быстро все учат. Этот мастер-класс фактически несколько открытых уроков. Алексей Лундин сперва слушает исполнение, затем дает советы. Каждому ребенку уделяется не менее получаса, поэтому участников немного. Всего 5 лучших юных скрипачей из музыкальных школ округа. Зато просто послушать доцента Московской консерватории имени Чайковского собрался полный зал. Музыкальные школы, те, кто имеет класс скрипки, сегодня представляет своих лучших учеников. И это масштабное мероприятие, оно пройдет в течение нескольких часов сегодня до вечера. И в течение этого времени и ученики, и преподаватели будут получать для себя что-то новое. Как отметили в музыкальной школе, визит преподавателя такого уровня – событие нечастое. Поэтому и желающих задать вопрос немало. Тем более Алексей Лундин может не только дать совет по технике исполнения, но и рассказать о нюансах поступления в профессиональное музыкальное заведение. Какие там нужны требования? Какую гамму нужно играть, какие двойные ноты, какого уровня этюды, какие пьесы, какие концерты, на что при этом будет обращаться внимание. Плюс к этому вопрос сольфеджио очень важен. Вот. И, так сказать, вообще бывает, что экзамен, например, состоит из коллоквиума, когда будут вопросы по истории музыки, по тому, как ты к музыку понимаешь, относишься. Это тоже очень важно. Ответы на эти вопросы собравшиеся в зале слушали с большим интересом. О специфике поступления в специальную музыкальную школу консерватории имени Чайковского узнать полезно любому, кто собирается учиться в музыке профессионально. Роман Попов, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».